Предсезонные сборы позади. Крылья Советов готовились к чемпионату в Сербии и Австрии. Провели за это время 9 контрольных матчей и как следует поработали над физикой и прочими футбольными компонентами. Команда вернулась в Самару, где продолжила подготовку к старту сезона. Ну, если честно, уже хочется поскорее начать этот сезон. А задачи, какие могут быть задачи? Выходить на каждый матч и стараться выиграть его. 2 сбора было, я считаю, очень хорошие сборы провели. Сборы всегда бывают успешными, ведь там набирают форму игровую. Так что я считаю, что сборы, они всегда идут только на пользу и без них никуда. В рамках подготовки к первому туру премьер-лиги тренерский штаб планирует провести 1 товарищескую игру. 26 июля самарцы встретятся с Сызранью 2003. Планируется, что в матче примут участие все имеющиеся в обойме игроки, включая форварда Максима Канунникова, который находится в расположении самарского клуба. Крылья начнут чемпионат матчем с московским ЦСКА, серебряным призером прошлого сезона. В этом межсезоне московский клуб покинул ряд ведущих игроков. Однако, несмотря на это, вряд ли кто-то поспорит с тем, что и в этом сезоне армейцы будут бороться за самые высокие места. А для крыльев первый тур станет настоящей проверкой после предсезонных сборов. ЦСКА – это топ-клуб России. Я считаю, неважно, есть там Березуцкий или Гнашевич, они всегда найдут замену. И эти ребята, которые будут у них играть, они будут не хуже, чем Березуцкий и Гнашевич. Поэтому это будет тоже один из самых сложнейших матчей чемпионата. Матч первого тура российской премьер-лиги «Крылья Советов ЦСКА» состоится во вторник, 31 июля, на стадионе «Самара-Арена». Начало игры в 20:00.